такое ощущение, что мне 15 лет. Ой. Такое ощущение, что он тонет. И ты тоже. Весенней дороги, не знаешь, какой дорогой пойти. В общем, идти очень грязно. Проваливается все. Но мы дойдем. Вот нам в ту сторону. В общем, мы движемся. Хотел еще в кроссовках пойти. Говорю, сапоги-то есть. И передумал. Нашел сапоги. Вот как дальше мы пойдем, я не знаю. Класс. Идем. Ну, мы почти прошли. Еще чуть-чуть. Я надеюсь, новых луж не будет. Ой-ой. Дорога такая необычная в лесу. А мы как-то движемся. Уже сомнительное наше мероприятие, но на разведку идем. Проваливаешься здесь. Хорошо. Не зачерпнули. Такие мелкие озера попадаются. Через них легко, можно сказать, переходим. Посмотрим. Насчет легко. Конечно, я погорячился. Красоты, в общем, края. Надо палку взять. Какая-то собака проходила. Может, лиса. Вроде лапки. Непонятно. Не знаю пока, как отличить. В общем, я нашел палку, с которой буду ходить. Ладно, вперед. Короче, тут дорога раздваивается. В итоге оказалось, что это вообще не наши дороги. Ни та, ни другая, по которой мы шли. А надо было чуть правее брать. Идем назад. И двигаемся вот туда. Фу, вышли вроде на нашу дорогу. Силы, конечно, теряются на шоссе на этом. Колоссальные. Нам, похоже, в ту сторону. Сейчас по карте еще посмотрим. Шли чьи-то следы в лесу. Идем по ним. Обходим дорогу. Или мы сейчас найдем этого, кто шел где-нибудь здесь валяющегося. Или мы найдем обходную дорогу. Точно нет уверенности в том, что деревня-то растаяла. Но надо проверить. Конечно, это сделать позже, когда уже все найдут. Или мы ничего не найдем, в общем. Короче, идем вперед. Гору шишек. А елок здесь особо и нет. Фу, еще полпути прошли. Еще столько же. Так, пройдено еще, не знаю, километр пути. Видно впереди. Вот там, где деревья. Там была деревня. Нам повезло, что она оттаяла. Вернее, мы видим землю. Мы еще не дошли. Уверенности здесь побольше. Закончится наша скандинавская ходьба с палками. Что, блин, не знаешь, какой глубины тут яма под снегом. Надеюсь, сейчас хотя бы что-нибудь найдем. Не зря шли. Сегодня у нас симплекс. И я не брал пин. Спонтанно взял прибор, какой есть. Фу, это мы будем без него. Ладно. Сейчас до березы дойдем. Я думаю, можно уже все начинать. Ну, хищника жалко. Съела крота. Жалко кротика. Выкинула. Видимо, все заводнено, и он должен был по поверхности. В общем, вот там были дома, скорее всего, и туда пошли. Мы движемся в их сторону. В общем, подошли к дому, здесь какой-то непонятный. Деревья большие. Непонятный бугор. Сигнал. Даже трос. Есть. Это мы не берем. Сейчас. Значит, мы, во-первых, не утащим. Во-вторых, задача, раз мы здесь первые в этом году, то задача побольше исследовать цветных сигналов. Горошки.
Домовые ямы еще плавают. А может, это не домовая, но похоже. Вон у того, наверное, дома мы были. Ты хочешь поплавать на льдине? Смотри, какая она плотная. Это гриб. Можно пить воду. Гриб лечебный. Она, смотри, она... Она меня не удержит. Она тонет. Ну, я думаю, если ты встанешь в середину, тебя спасет это. Ну, не знаю. Не советую этого делать. Точно гриб? Да. Я уже почти всем весом. Сейчас мы увидим. Кстати, а глубоко вообще. Ну... Вы это видите? Сумасшествие начинается. Безумство. У меня такое ощущение, что мне 15 лет. Ой. Такое ощущение, что он тонет. И ты тоже. Нахер ты с сумкой полез? 15 лет, по-моему, тебе поменьше. Нахер ты его с собой взял? Эй, зрители, вы видели? Ставьте лайки, если вам понравилось такое шоу. Мы его повторим. Вода теплая. Вода теплая. В общем, пока напарник там обсыхает, сами видели. Какие-то здесь странные прям эти ландшафты прям какие-то, как яма вырыта. Сейчас чувствую, мы обратно пойдем, потому что нам еще идти. 5 км по воде. Пока я тут нашел только пробку. Черные сигналы не копаем, только цвет медь. В общем, хожу, брожу. Надо еще попозже приехать, когда наконец-то снег-то сойдет. Ладно, сгорает. Или назад идем? Ну ладно. Ладно. Там и херово потом мокрую одежду обратно делать. Хрен она оденется. Ну все, купальный сезон открыт. Здесь накопателей тут было немало, наверное. Просто все ли такие безумные, как мы. Вопрос, где были дома. Пока остается открытым. Вот я думаю, вот там. Сейчас походим сейчас. Так, первый хороший сигнал. Теперь нехороший. Было 55, 90. Ладно, посмотрим. Грязно даже. Хочется перчатки-то пачкать. Уже бабочки летают. Вот рядом хороший сигнал. Это железяка. Видимо. Хорошо звонит. И мусор. Ладно, идем. Ходим, осматриваемся. В общем, тут все перекопано. Сейчас возвращаемся один назад, наверное. Что написано? Бак. Бензовод. Номер 2. Классная штучка. И столько, наверное, все, наверное, прошли здесь, кто мог. Ладно, будем еще искать места. Сейчас возвращаюсь там к этому неудачнику.
идем с ним обратно. Надеюсь, он там высох хоть немножко. Купание, часть вторая. Я думаю, если я пройду, то ты тоже пройдешь. Главное сразу покупать. Я стою на льду.